Ну что ж, дорогие друзья, подходит к концу нашей программы. Это значит, самое время наградить наших героев, тех людей, которые преодолевали барьер между телевидением и реальностью, которые звонили к нам в эфир, либо писали комментарии ВКонтакте. Начнем с музыкального театра. Спектакль «Сирано де Бержерак» 21 октября. На него направится Анатолий. 414, последние цифры его номера, на двоих пригласительный билет. Едем дальше. Иркутский областной краеведческий музей. Достается Нине Чеверикиной и Людмиле, которая к нам дозвонилась. Номер ее заканчивается на 133. До 1 ноября успевайте посетить и насладиться. Ну и тут надо... Мы выбирали самых быстрых людей, которые реагируют очень практически мгновенно. Новая драма 15 октября. Сегодня вечером спектакль. Наталья Паночкина и Анастасия Иванова пойдут, значит, на этот спектакль. Главное, успейте забрать именно сегодня на Богдана Хмельницкого 36. Спасибо большое всем за участие. Смотрим рубрику «Сегодня вечерком».